Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда дракономании, и такой вот прикольный, классненький, очень хорошо нарисованный дракончик Листопад. Это наш легендарный дракон этого месяца, у нас еще есть на выведении комбинашки, ну, описывал раньше, сейчас уже даже и не вспомню, какие на него были комбинашки. Довольно сильный легендарный дракон, базовая сила у него 70, так... Ну и давайте читаем. Так, тренер просит вас быть осторожнее, прыгая в кучу осенних листьев. Вы случайно можете наткнуться прямо на дракона листопад. Прикольно, да. Ну чё, давайте его покормим сейчас. Минимум уровень так на 20. Кстати, это у нас заметили, что арена-то другая, да, вот это вот арена в виде часиков. Прикольно сделано. Не обращал внимания, что как бы то, какой фон у нас, зависит от того, в какой мы, в каком логове мы находимся. Арена, сказал, логово. Вот такой вот у нас забавный дракон. Что у нас тут получилось нынче? 5000 приносит, неплохо, очень даже неплохо. Так, делаем еще один скриншоток, забавно, забавно он, короче, выглядит. Так, вернись обратно. Полный экран. Так, а ты что тут летаешь? Я думал, я уже всех собрал. Ну, как вы поняли, по летающим подаркам, да, у нас тут идет акция сейчас. Так, у меня сейчас воскресенье, но серия эта выйдет в понедельник. В понедельник уж. То у нас и так было, в воскресенье было 3 серии, да, ну, с учетом стримчика часового. Давайте перейдем в нашу акцию. Это у нас вот акция по механизации, ребятки. Ну, я тут остановился на последнем сундуке. Нет, не последний. Черт подери. Я думал, последний. Забавный дракончик. Напоминает мне этих механических монстров, созданных Инженикой. Которые неуязвимы к всяким там параличам и тому подобным вещам. Упс. Упс! Я... Да, нас сейчас тут убьют всех. Чё-то я не посмотрел, какие у нас тут драконы стоят. Блин, да это можно выходить из боя. Придется пойти в обход. Ладно, благо, что тут недорого. Сходим в обход. Просто нужно переходить на следующую... Следующую часть. Там будут другие условия. Скорее всего. Так, вот. Ну, здесь все нормально, да? Ух ты, огонь и камень. Здесь у нас сильные ограничения, ребята. Не кисло так. Что-то я не помню, чтобы у нас раньше были такие жесткие ограничения. Только огонь. Ничего себе ограничения. Ах, и закончились мои... жаль. Что-то я думал, что на больше хватит. Ну, мне на самом деле здесь, конечно, никто не нужен. Механического я вряд ли соберу. Я как бы сейчас не шибко активно участвую в этой акции. Ну, и как бы вот этого парнишку легендарный металлолом. Ну, атака 72. А у тебя сколько? Атака... А, это вообще эпик. Ну, в общем-то, ладно. Еще идет у нас куча всяких разных акций. Ну, дождевичка я не собрал. Так, дракон пони, единорог. Так, здесь мы участвуем, кормить драконов. Ой-ой-ой, 16 часов, нужно сейчас кормануть кого-нибудь. Виповская акция, блин, чё-то я не участвую. Соберите как можно больше золота, ё-моё. Я бы уже ее, наверное, и выполнил. У меня, то есть, активирован сейчас VIP-статус на один денек, как обычно. Так, ну, нужно кого-то покормить. Так. А, и собирать золотишко нам тоже нужно. Кстати, сколько, какой там таймер у нас сейчас идет? 2-3 часа, короче, осталось. Нужно еще посражаться нам.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребятушки, опять я забываю про вот эту вот арену. У нас здесь 6 боев. Блин, 13 часов осталось, я в 455 место. Блин, опять сейчас откачусь обратно, не перейду в следующую лигу. Вот что значит, забыл на один день про эти сражения, и нам хана сразу. Так, о, так а нам 25 дали очечку, то есть мы здесь можем выполнить условия сражения, по-моему, раньше они не считались. Раньше нужно было только на карте сражаться. Ну ладно, давайте мы выполним здесь и польза, и очечки. У нас как раз еще и бонус, как вы видите. Плюс 2 добавилось, мы теперь 6 можем бою провести. У меня уже там VIP уровень, по-моему, 7, который накопился из-за того, что я покупал, вот купил кристаллики вот те вот за 2 доллара или за сколько? За 3. Так что скоро можно будет купить еще одного дракона-босса. Так, последний, 6. Так, ну и на каком же мы сейчас месте тут оказываемся? Поднялись мы хоть как-нибудь существенно с... Дали нам одно очечко. Так, ну, 396. Печально, короче. Мы поднялись там на каких-то 50 позиций. Ну, я, по крайней мере, сейчас остаюсь в этой лиге. Хоть назад не выбросят. А так бы выбросили, я вот тут был. Ну, надо посражаться. Конечно, вряд ли я попаду в сотку, но, по крайней мере, надо постараться не выпасть и ехать отсюда. Так. Что у нас еще есть? Так. Выиграйте этот бой с 3 звездочками, чтобы открыть мгновенную победу. Так, а вот, а ну-ка. Ну да, мгновенная победа по флагам. Не, флаги нас вообще не интересуют никак. Вот так вот можно отдалить. И нам еще нужно 2 боя провести, ребята, чтобы выполнить задание по сбору очков. Промахнулся. Так, это был один бой. Ну и давайте рудничок завоюем. Ух, было 10 очков целых, ё-моё. Но, к сожалению, да, мы не можем продвигаться дальше по карте, потому что там запрещены на божественном острове помощники. Так, ну вот это, по-моему, мы уже все выполнили, что нам нужно было. Давай, давай. Вот это вот, выиграйте битвы, мы выполнили. Да. Одну остановку прошли, но нужно целых 500, чтобы открыть следующую. Что вот это значит? Награда... Повышение уровня. Что это такое за награда, интересно? Жилище повышает или дает плюс одно жилище? Что это такое? Очень странно. Так, ну, нам нужно еще кого-нибудь качнуть, немножко потратить еды. Есть куда тебя разместить? Есть! Так, здесь у нас тоже какая-то, ну, простая комбинашка у меня стоит специально под эту акцию. Там выводится, что попало. Хотя мне тут нужен не ветер, может, вода. Я забыл, какая-то комбинашка нужна, вторая, чтобы попадались нам. Четырехчасовые. Может, камень? Чтобы лава получалась. Ну... Давай землю возьмем. 7 часов, блин, много. Много. Много, Федя, много.
Так, Анубис факел. Ну, по-моему, вы голосовали за то, чтобы я качал факела дальше. Пятьдесят первый. 52 уровень, ребята. Так, ну это я, конечно, сильно качну факела. Так, не нужно, чтобы он сильно отрывался от основной команды. Потому что это же будет караул. Нужно и Анубиса качать. И Архангела качать. Ну вот так вот. Вот так вот качнули. И тогда что мы делаем? Идем, конечно же, на колдовскую арену. Так, что-то мне кажется, что сюда лучше пойти сейчас сразу тигром. Тигр. Ягодка. Так, 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 так. Это нам не надо, это нам не надо. Ну вот так вот. Давайте пойдем соберем сейчас наш горшочек магический. Готово. Так, 40 40 40. Так, кем бы с тобой пободаться? Так, ну 30%, чуть меньше 30% мы потеряли на этом деле. Ну давай, дальше. Ну у нас удар как раз энергетический против. Ну, все равно пришлось бить 3. Так, ладно, берем тогда вот так. Принесем 2 жертвы. Так, 30-й, отлично. То есть, по идее, мы справимся. А, вообще, изи получилось. Готово. Тогда можно брать нашу осень, например. Заполняем пустые места кем-нибудь. Семнадцать. Но это будет легкотня. Давайте все-таки возьмем наших новых прокачанных. Допустим, пусть будет это Анубис. Попадется ли нам здесь кто-то крепкий? Так, 38-й, все легко. Ну, 6 усилений прикольно смотрится. Так, лава. Ну, все легко прошло. А сколько нам нужно ключиков для того, чтобы сундучок военный насобирать? Сейчас нужно посмотреть. Еще один. Ну вот, предлагаю взять факел, а завоевать этот. Один. 15 нам подходит. С нашим факелом и 15, и даже 14 нам по плечу.
Хорошо выглядит вот этот дракон. Симпатичный такой. Так, бананчик последний пошел. Главное не проскользнуться. И открываем наш военный сундук. И отличных 6 кусочков, это хорошо. И впервые, ребята, впервые мне вот такой вот кусочек попался. Ничего себе, а почему это он не попался? Очень странно. Очень странно, что вроде как божественные не должны попадаться в этой моей лиге. Странно. Так. Давайте глянем, что у нас здесь. Ну, неплохо. Неплохо. То есть, по легендарным. Вот даже божественный один появился. Так, ну, очков у нас просто очень мало для прокачки. Давайте, знаете, куда мы заглянем? Заглянем. Нет, не сюда я хотел. Так, стоять. Вот сюда. Наборы карт хотел заглянуть. У нас, смотрите, здесь есть вот скидочный набор на вот этого вот дракона. Что здесь может попасться вот? Чирлидер, дракон чирлидер. Так, ну вообще-то оно нам надо. Не знаю. То есть, здесь то же самое. 4, здесь 4. 5 случайных карт. Как минимум одна эпических, гарантированно одна эпическая или лучше. То есть то же самое, как бы. Только здесь шанс чирлидера. Ну такое. Давайте просто откроем сундучок. Так, ничего интересного. Так, ну, тоже ничего интересного нам не попалось. Ну, в общем-то, вот такие вот дела, ребятки. Собираю я, короче, денежки, собираю все очечки для нашей акции. Все потихонечку собирается. Еда, монетки копится. Кстати, да, 29 миллионов. Нужно пойти за 15 миллионов снести одно дерево. Печально. Печалечка, ребятки, печалечка. Это оно целый один день будет сноситься. Ужас-то какой. Ладно, ребятки, на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.